Привет, друзья! Сегодня вышла опять на пролив Ла-Манш и хочу вам показать. Посмотрите, раз, два, три, четыре, пять там вдалеке, пять, как будто в очереди стоят друг за другом, пять одинаковых белых вот таких вот кораблей. Видите, вдалеке? Сейчас я здесь я с пригорка вам снимаю, но сейчас попробую ближе подойти, не знаю, будет ли лучше видно. Я спустилась как можно ниже, подхожу уже к самой изгороди тут. Так вот, это Британи Ферри. То есть, помните, кто-нибудь, может быть, смотрел мои видео, когда я с подругой ездила во Францию на пароме? Вот Британи Ферри. Вот это вот они и есть. Ферри – это паром. Вот. Но это французские паромы. Четыре парома, и там вдалеке пятый. Почему они здесь в очередь выстроились, я не знаю, что такое. Ну и, как видите, опять на фарватере много кораблей. Шесть я вижу. И сегодня прекрасная бирюзовая вода, потому что чистое небо отражается в воде. Пролив Ла-Манш перед вами. Я уже его по привычке так называю, но все-таки это English Channel, друзья. English Channel, английский канал. Так он называется в Великобритании. Вот сегодня погуляем здесь. Опять же показываю вам внизу. Это все пляжи. Пляжи Шанклина. Мне нравится гулять здесь, несмотря ни на что. Я здесь гуляю через день, через два. Сегодня у нас плюс 22, 20 июня, суббота. Вот такая погода прекрасная. Я уже показывала вам пляж в Райде много раз. Он считается наиболее интересным, потому что там навозного песка много. Вот здесь, посмотрите, это пляж в Шанклине, я повторяю. Так вот, здесь песка нет навозного. И здесь сыро почти всегда, потому что вода поступает, прибывает. Потом она вот остается здесь в низинках, видите. И лежать здесь, конечно, никак без каких-то шезлонгов не получается на песке. Но, тем не менее, это тоже городской пляж. Вот так он выглядит. Как вы видите, опять без всяких грибков, без всяких лежаков, без чего-либо подобного, к чему мы, в общем-то, привыкли на наших пляжах городских. Здесь англичане предпочитают пляжи, чтобы они были похожи на дикие как можно больше. Вообще, я сегодня хочу вам рассказать историю еще одну, друзья, которую, пожалуй, вам еще не рассказывала, но она тоже заслуживает того, чтобы вам ее рассказать. Я сейчас вам расскажу, как я была домработницей у одних богатых новых русских. Да, друзья, не удивляйтесь. Все в моей жизни было. Я, знаете, как Михаил Веллер, наверное, столько имела разных работ в своей жизни, что все, наверное, даже уже и не рассказать обо всех. И вот однажды, когда я уже вернулась, не солоно хлебавшая из Франции, кто знает, смотрел «Скелет в шкафу», мой французский друг Жан-Франсуа, который жил в Ницце. Я сейчас вам скину ролик, кто хочет мое видео посмотреть. Посмотрите справа вверху, пожалуйста. А остальным дальше рассказываю, когда я вернулась. Это было начало февраля 2009 года. И, в общем, я вернулась, уже уволившись сама с работы по собственному желанию, в замечательная фирма, в которой я работала. В общем, все я потеряла, я искала очень долго работу, ничего найти не смогла. И уже стала, в общем-то, отчаиваться. И у меня была обида на Жана Франсуа, что он меня как багаж отправил
в Москву обратно, уже зная, что я потеряла из-за него и работу, и все, что у меня там было, и квартиру, которую мы арендовали. Ну, кто хочет, может подробнее посмотреть мои видео, я вам скину их. Так вот, продолжаю. Я уже отчаявшись, все-таки решила поискать. Мне тут посоветовали мои друзья, которые жили в Москве. Почему бы мне не попробовать куда-то устроиться, так как мне и жить негде. Устроиться домработницей к богатеньким новым русским, которых здесь в Москве, у них было великое множество в то время. Я подала объявление в газету. Уж не помню, честно говоря, что за газета была. И буквально где-то, наверное, через неделю мне позвонили по этому объявлению и сказали, что с вами хочет встретиться вот хозяйка, которая интересуется, ищет себе домработницу. Ну и тут, конечно, можно было много мне рассказывать долго, как я встретилась с хозяйкой, как меня там проводили, охрана, все закрыто, все охраняется, везде шлагбаумы. В общем, страшное дело. Это было где-то недалеко от метро Белорусская. Я это точно помню, но адреса, конечно, я уже не знаю. Там такой дом у них огромный, с такой вот высокой наверху какой-то башней круглой. Ну, в общем, они там жили. Они занимали полностью несколько этажей, по-моему, вот в этом вот доме. Очень богатая семья. И они странным образом меня взяли. Я даже удивилась, потому что у меня не было никаких рекомендаций. Я никогда вообще не работала домработницей. Что, какие обязанности, как это все. Но вот единственное, что я подумала, что, может быть, я смогу перекантоваться как-то в Москве здесь, что-то найти себе лучше. Все-таки работа домработницы, чем хороша, что она еще, помимо всего, она еще и с проживанием. Ну, в общем, получилось так, что вот эта вот хозяйка, ей было 37 лет на тот момент, когда мы встретились в 2009 году. Маленький ребенок. У нее, значит, было из, по-моему, Таиланда и из Индонезии все ее слуги, так скажем, да, которых было у нее там, по-моему, то ли 5, то ли 6 человек. Девушки молоденькие все. Эти, которые из Индонезии, они вообще по-русски ничего не говорили, только улыбались, говорили: да, 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 здравствуйте, здравствуйте. Мне сказала вот эта вот хозяйка богатая, не буду называть ее имени, мало ли что, не хочу. Она сказала, что дело все в том, что вот мы сейчас собираем документы, чтобы на все лето уехать, как мы всегда уезжаем, в Испанию. У нас там своя вилла. И вот нам нужна для этого женщина, которая будет нас сопровождать и там нам, в общем, помогать, ухаживать, что-то такое. Она спросила у меня, есть ли у меня загранпаспорт. Вы знаете, я была так удивлена. Это вот опять, наверное, из той как раз вот серии, которая всегда меня поражает, когда я ищу что-то вот такое вот похожее, подобное, потому что, естественно, мне было бы лучше уехать, а не работать здесь, в Москве. Вот, и мне такая возможность вдруг предоставилась. И я согласилась сразу же с радостью. Она сказала, только это, конечно, не сейчас, а вот в июне месяце. Мы пока, ты нам дашь все свои документы, мы будем оформлять визу и поедем. То, что работа будет временная, она сказала, вот только на лето, на все. Мы туда уезжаем на 3 месяца в Испанию. И если мы подружимся, если все будет хорошо, то, возможно, даже, что мы можем и продлить наш контракт, как она сказала. А контракта как такового мы не заключили. Она сначала предложила заключить контракт, чтобы оговорить все эти там, сколько я должна работать, какую сумму они мне заплатят. Она мне предложила 900 евро в месяц, ну и плюс то, что она, вот, питание, проживание, конечно, все это бесплатно, и то, что она меня
везет за свои деньги туда и обратно билеты до Испании. И она у меня ласково спросила: вот мы все обговорили, оговорили, все нюансы. Ты хочешь заключать контракт или, может быть, мы доверимся друг другу? А, да, и она мне сказала, что у меня будет один выходной, что они меня поселят отдельно от их виллы, там совсем рядом, и что я буду работать с 8 утра и до 7 вечера. Вот с одним выходным в месяц. В общем, хочешь — соглашайся, не хочешь — не соглашайся. Я согласилась, выбора у меня не было. Но она еще к тому же сказала, что так что будем заключать договор или поверим друг другу на слово. Ну и я такая простая, конечно же, говорю: ну, мы обо всем договорились, я вам верю. Наверное, если вы меня берете, вы мне тоже верите. Наверное, может быть, и не надо договор. Как вы сами считаете лучше для вас, так и делайте. И договор мы с ней не заключили. Тут я всех хочу, конечно, предупредить: не делайте так. Никогда не верьте своим работодателям и всегда заключайте с ними трудовое соглашение, договор. Иначе вас обдурят в любом случае. В общем, мы договорились, а она у меня забрала, хозяйка, все мои документы, сказала, что как только документы будут готовы, как только мы все билеты купим, мы тебе сообщим, оставь свои координаты, куда ты, что ты, где ты будешь. Я говорю: ну, я, наверное, остановлюсь пока у своей знакомой здесь, в Москве. И где-то в конце мая действительно мне позвонила хозяйка и сказала, вот эта богатенькая женщина, я имею в виду, я вот не назвала ее по имени, теперь сложно, и сказала, что все в порядке, мы взяли билеты, собирайся, приходи, и сразу от нас и поедем. В общем, мы полетели, она с мужем, маленький ребенок, ему на тот момент было, по-моему, что-то 1,5 годика, даже не помню, как его зовут, этого ребенка, вот, и женщина, которая нянечкой была, и я. Вот нас 4 человека. Они сидели с мужем в этом бизнес-классе, а мы ехали в обычном. И самое-то интересное, что ребенка они отдали женщине. Ее вот, кстати, Людмила тоже зовут. Вот, и она сидела со мной рядом, на руках ребенок, а родители там балдели в бизнес-классе. Ну, в принципе, какая разница, я так думаю, да? Ничего такого страшного здесь нет. Приехали мы туда, по-моему, какой аэропорт? В общем, я уже ничего не помню, честно говоря. Приехали, их, конечно же, сразу встречают. Встречает пара, молодые, красивые. У женщины собачка под мышкой, как у них это часто. А вот эта вот женщина молодая, обычная вполне, а у нее муж испанец. Красавец, в это не передать. Такой Дон Педро красавец, просто вообще. И он разговаривает на 3 языках. И получилось так, что прямо с аэропорта они нас усадили. По-моему, даже 2 машины было. Одна открытая — Ламборджини, и вторая закрытая. В общем, на 2 машинах мы помчались с ветерком. Красота, конечно. И этот говорит, Дон Педро, красавец, говорит, что вы еще не видели, я ведь себе на лето снял новую виллу здесь на берегу, красивейшую, шикарную виллу. И я хочу прямо сейчас, мы там уже сказали, чтобы нам приготовили, с дороги вы хотите пообедать, может быть, что-то перекусить, поговорим. Короче, поехали прямо сразу к нам. Ну и я смотрю, что хозяйке моей что-то как-то не очень это понравилось, что получается, что мы едем все вместе, и Людмила, и я, слуги, так сказать, едут с ними.
Она что-то покривилась, но ладно, деваться некуда. Он говорит, что здесь по пути, в принципе, заезжать, зачем нам еще к вам туда домой, это такой крюк делать, а здесь по пути, давайте, нас там ждет очень вкусный обед. В общем, так и порешили, приезжаем мы туда, на эту виллу. Вилла огромная, шикарная, просто, вы знаете, ну, еще при том расположение такое, она на высоченном таком обрывистом берегу, и вот перед этой виллой, она так немножко в отдалении, а впереди как раз прям на самом-самом этом берегу такая лужайка, газон очень красивый, красиво ухоженный, красиво лавочки, ну, в общем, шезлонги там всяк-то-сё, и посредине огромный бассейн. А туда вниз, значит, туда дальше, там такая тоже территория сделана специально для того, чтобы барбекю готовить. В общем, огромная территория впереди этого дома. Дом такой двухэтажный, белый. В общем, вполне похожий на множество вот таких вот домов испанских именно. Кто бывал, тот, наверное, знает. Даже попыталась вам в интернете найти картинки, похожие на ту виллу. Ну вот хотя бы примерно, чтобы вы имели представление, какие были там красоты. Вот, ну и, конечно же, тут все сразу поплюхались в шезлонги, никто в дом не пошел, все мы расположились здесь в саду, такой вид красивый, великолепный, ну и нам деваться некуда, мы тоже тут. Я думаю, чтоб не отсвечивать, вижу, что хозяйка моя недовольна, я пошла немножко подальше, в уголочек там, села на скамейку, на лавочку, и сижу, жду, чем дальше кончится. Они разговаривают, и, значит, этот вот Дон Педро, который хозяин этой виллы, он говорит своей служанке, говорит, у меня все служанки испанки, они готовят прекрасно, в общем, сейчас она нам коктейли принесет. Он что-то ей там по-своему крикнул. И через какое-то время, наверное, минут через 5-10, идет эта женщина-служанка, она примерно моего возраста. И она несет на подносе вот эти вот стаканы с коктейлем. Очень красиво все это у нее там, по-моему, дольки ананаса. В общем, коктейль, красивый цвет, всякий разный, минеральная вода в том числе. И вы знаете, что она делает? Она вышла, сразу же увидела меня почему-то, не знаю, может, она уже меня видела, когда мы заходили или что. Но она увидела, что я здесь старше всех. И она, вероятно, ошиблась. Она подумала, что я, наверное, член их семьи, и, наверное, чья-то мама все-таки, да? И вот она, что вы думаете, она первым делом подходит с этим подносом с коктейлями ко мне. Я понимаю, что такой конфуз. Знаете, все там разговаривали, потом они сразу примолкли, потеряли все дар речи, что такое получилось. Когда она подошла ко мне, такое замешательство произошло у всех, кроме этой служанки-испанки, которая ничего не поняла, конечно же. Я хотела отказаться, сказать, что нет, не надо, сначала дайте другим, а потом думаю, да ладно, что я, Господи, что такое? Почему я должна сама себя унижать, если мне принесли коктейль? Я, в принципе, даже если работаю здесь у них, этой домоправительницы, то все равно мы равны, как-то я так полагала, да? И я взяла этот коктейль, поблагодарила ее, как ни в чем не бывало. Никто, конечно же, ничего не сказал. Все промолчали. Я смотрю, что моя хозяйка просто вся негодует внутри себя, невозможно. Ну и получается так, друзья, я вам расскажу. Уже как бы рассказала то, что именно хотела рассказать, вот такой конфуз. И я расскажу то, что потом, вот эта вот история, что меня перепутала служанка. Это испанка, и подумала, что я чья-то мама и член их семьи. Мне этого уже потом хозяйка не простила никак. Она дальше все то время, которое я у нее работала, чуть больше месяца я всего лишь у нее проработала. Она нарушила все
пункты нашего договора, все условия. Она отказала мне в одном выходном дне, сказала, что я ей нужна постоянно. Она также поселила меня в той же самой своей вилле. У них была другая вилла, конечно, не та, на которой мы были, про которую я вам рассказала. В общем, нарушила все, что могла. В общем, ну это как бы ладно все. Но остался фактом, что она странным образом не простила мне вот того конфуза, который случился, когда испанская служанка меня перепутала. Да, ну и потом уже позже, когда мы познакомились с этой, с Людмилой, с нянечкой, она мне рассказала, что я ужаснулась, когда такое случилось, что к тебе подошла к первой служанка. Я поняла, что хозяйка тебе этого не простит. Она такая злопамятная. Она тебе со свету сживет теперь. И, в общем, так и получилось, что вот такая вот у нее уже потом была на меня злость, наверное, какая-то внутренняя. Я даже не знаю, а что тут такого страшного. Ну, все зависит от людей, понимаете. Она восприняла эту ситуацию, наверное, как оскорбление для себя. Вот получилось так, что она потом начала... Вот она мне запретила выходить из дома. Вот даже до такого сказала, что я ей нужна постоянно. А если вечером вдруг... там что-то нужно Людмилу даже сменить, то ты будешь и с ребенком гулять. В общем, такие истории, я на все соглашалась, в общем-то. Но когда она мне отказала еще и вечером выходить, я говорю, так мы же договорились по договору, что я свободна до 7 часов, а потом я свободна. Она сказала, нет, нет, я передумала, все теперь по-другому, ты никуда ходить не можешь. Ну и, в общем, потом, что еще там она мне устраивала, она, в общем, просила меня погладить что-то ей из одежды, блузку, шорты. Когда я начинала гладить, я там обнаруживала то 2 евро, то бумажку вообще там, 5 евро, вот такое вот, что значит, типа того, что она забыла, может быть, и я вдруг сворую. И я ей всегда приносила это все, потому что смехота такая. Всегда, когда поглажу, прихожу, приношу ей и говорю, что вот вы тут оставили мелочь, оставили деньги в кармане, вот я вам их приношу, имейте в виду. И она так, знаете, криво. Ой, да, да, надо же, я забыла, конечно, конечно. Ну, и потом опять же Людмила мне сказала, что она их так всех проверяла. Вот такая вот была мадам. Украдут они там деньги или не украдут. Ну, и в конце концов получилось так, что мы с ней, как сказать, не сработались. И мне пришлось уйти. Так она даже и заплатила мне меньше, чем обещала. Обещала 900 евро, заплатила на 100 евро меньше. В общем, такая была у меня история. Там тоже много-много было всякого интересного с этой хозяйкой и с моей работой у нее. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь я вам и об этом расскажу. А сейчас просто вот такой вот короткий случай. Вы говорите, что вы любите слушать какие-то истории из моей жизни. Я вам их и рассказываю. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Закрытая. В общем, на двух машинах мы помчались с ветерком. Красота, конечно. И этот говорит, Дон Педро, красавец, говорит, что вы еще не видели, я ведь себе на лето снял новую виллу здесь на берегу, красивейшую, шикарную виллу. И я хочу прямо сейчас, мы там уже сказали, чтобы нам приготовили, вот с дороги вы хотите пообедать, может быть, что-то перекусить, поговорим. Короче, поехали прямо сразу к нам. Ну и я смотрю, что хозяйке моей что-то как-то не очень это понравилось, что получается, что мы едем все вместе, и Людмила, и я, слуги, так сказать, едут с ними.
Она что-то покривилась, но ладно, деваться некуда. Он говорит, что здесь по пути, в принципе, заезжать зачем нам еще к вам туда домой, это такой крюк делать, а здесь по пути, давайте, нас там ждет очень вкусный обед. В общем, так и порешили, приезжаем мы туда, на эту виллу. Вилла огромная, шикарная, просто, вы знаете, ну, еще при том расположение такое, она на высоченном таком обрывистом берегу, и вот перед этой виллой, она так немножко в отдалении, а впереди как раз прям на самом-самом этом берегу такая лужайка, газон очень красивый, красиво ухоженный, там стоят вот эти фигуры гипсовые, красиво лавочки, ну, в общем, шезлонги, там всяк-то все, и посредине огромный бассейн. А туда вниз, значит, туда дальше, там такая тоже территория сделана специально для того, чтобы барбекю готовить. В общем, огромная территория впереди этого дома. Дом такой двухэтажный, белый, в общем, вполне похожий на множество вот таких вот, как сказать, домов испанских именно. Кто бывал, тот, наверное, знает. Вот. Ну и, конечно же, тут все сразу поплюхались в шезлонги. Никто в дом не пошел. Все мы расположились здесь в саду. Такой вид красивый, великолепный. Ну и нам деваться некуда. Мы тоже тут. Я думаю, чтобы не отсвечивать, вижу, что хозяйка моя недовольна, я пошла немножко подальше, в уголочек там, села на скамейку, на лавочку. И сижу, жду, чем дальше кончится. Они разговаривают, и, значит, этот вот Дон Педро, который хозяин этой виллы, он говорит, кому-то там крикнул своей служанке, говорит, у меня все служанки испанки, они готовят прекрасно, в общем, сейчас она нам коктейли принесет. Он что-то ей там по-своему крикнул. И через какое-то время, наверное, минут через 5-10, идет эта женщина-служанка. Она примерно моего возраста. И она несет на подносе вот эти вот стаканы с коктейлем. Очень красиво все это у нее. Там, по-моему, дольки ананаса на стаканах, трубочки. В общем, коктейль, красивый цвет, всякий разный, минеральная вода в том числе. И вы знаете, что она делает? Она вышла, сразу же увидела меня почему-то, не знаю, может, она уже меня видела, когда мы заходили или что. Но она увидела, что я здесь старше всех. И она, вероятно, ошиблась, она подумала, что я, наверное, член их семьи, и, наверное, чья-то мама все-таки, да? И вот она, что вы думаете, она первым делом подходит с этим подносом с коктейлями ко мне. Я понимаю, что такой конфуз. Знаете, все там разговаривали, потом они сразу примолкли, потеряли все дар речи, что такое получилось. И, значит, кроме вот этой вот служанки-испанки, никто ничего толком, вернее,